Это был ваш первый лед, первая тренировка с одноклубниками. Что скажете? It was nice. We had testing this morning, so. Это было здорово. Утром мы все прошли тесты, поэтому, думаю, к ледовой тренировке были немного более уставшие, чем обычно. Но все равно очень классно покататься, увидеть всех ребят на льду, увидеть, что мы можем даже для первого раза, понимаете? Это передача шайбы, это броски. А для меня лично особенно здорово вернуться к нормальному расписанию. Сейчас, после всех этих долгих перелетов, когда я и все мы, кто из Канады и Соединенных Штатов, прошли все процедуры формальности и медобследования. И сегодня мы начали играть в хоккей, делать то, зачем мы здесь. И это здорово. Как ваше самочувствие в первый день хоккея? Все хорошо, лед хорош, тренировка хороша. Теперь надо работать каждый день, чтобы с каждым днем становиться лучше. Это только начало. We're getting closer and closer each day.